Артисты государственного ансамбля танца «Карачаево-Черкесия Эльбрус» готовятся к участию на международной выставке в форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. День Карачаево-Черкесии 8 декабря. Как проходит репетиция и какое настроение у коллектива перед поездкой в Москву, узнавала Альбина Ламкова. Кавказские танцы – это всегда ярко и красочно. Они обладают богатой историей, глубокими корнями народных традиций и большим разнообразием стилей и жанров. В сочетании с яркими костюмами, уникальными мелодиями и технической сложностью они непременно привлекут внимание гостей на международной выставке форуме «Россия». Мы будем очень рады представить нашу республику. Мы исполним три номера из нашей программы. Это карачаевский народный танец «Абизек», адыгская танцевальная сюита и также наша визитная карточка «Танец под Эльбрусом». Нас всегда встречают очень тепло, очень радушно, и мы же, в свою очередь, точно так же стараемся выкладываться на всю мощь. В ансамбле работают люди, влюбленные в свою профессию с детства. Поэтому и атмосфера в коллективе дружная. Каждый из его участников обрел вторую семью. Отец меня привел на танцы. И... Сколько лет вы танцуете? Вообще, в общем, 25 лет. Раньше занимался только спортом. Для меня, кроме этого, ничего не было. Ну и, естественно, любая мама не хочет, чтобы его сын приходил каким-то побитым, там, я не знаю, с синяками разными. Ну, и сказала, если хочешь чем-то заниматься, иди в хореографию. Насильно отправили, ну и втянулся. Так получилось, что попал в госансамбль «Эльбрус». И вот уже 8 лет танцуем здесь, работаем. Сейчас в зале творческая и уютная атмосфера, спортивный дух и замечательное настроение. А достигается это благодаря опыту и профессионализму наставников. И представление нашего коллектива на таком высоком уровне – это всегда почет, гордость. Коллектив всегда должен быть готовый, достойно представить свою республику. Всегда это самое первое. И поэтому артисты настраиваются, работают профессионально и достойно выкладываются в полном объеме. Двор Карачаево-Черкесии на любом мероприятии всегда был ярким и востребованным. Успех прост, говорит главный балетмейстер ансамбля «Эльбрус» Чурауздинов. Всегда Карачаево-Черкесия отличалась тем, что все приходили в наш двор. Все, что мы привозили туда, они все пробовали. Все, что мы выставляли, проходило просто написано аплодисменты. А в чем секрет успеха? Секрет успеха – это работа. Преданность хореографии, любить свой коллектив, свою республику. Наш двор всегда был первый. И я думаю, в этот раз тоже останется первым. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, «Вести Карачаево-Черкесия».